пару лет назад, значит, на велосипеде ехал с работы, ну и, понятное дело, ехал с горки, а внизу оказался бордюр. Ну и, короче, я полетел через руль. А делал тогда еще программу на одном телеканале. Думаю, главное лицо сберечь. Ну, Вадим знает. Главное упасть, все переломать, но лицо, чтобы было в экране нормальное. Короче, перелетаю я через руль, ну и приземляюсь на руки, берегу лицо, но в результате руки у меня, ну, все, просто в хлам. Иду в травмпункт. Значит, мне делают рентген. Я говорю, ой, ерунда какая. Мне показывают, ну, вот, смотрите. Говорит. Я говорю, ой, ерунда какая. Ну, подумаешь, говорю, маленькие трещинки. На что доктор говорит, трещинки — это в жопе, а у вас перелом.